Доброе время суток, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня я вам покажу обзор второго заказа из третьего каталога Oriflame. Я обожаю этот каталог, потому что он предпраздничный и в основном посвящен дню 8 марта. Он как раз закончится у нас 7 марта. И в основном весь заказ здесь на 110 баллов. Весь заказ... Ой, кто это пришел? Такой злой, мамочки! Я его боюсь. Бакс, не хулигань. В основном весь заказ — это заказ двух клиенток и один продукт, по-моему, всего лишь для меня. Как произошел заказ? Сработало сарафанное радио. Я пришла к клиентке, принесла ей королевский бархат, капсулы, а еще у нее в заказе был, нет, сейчас скажу, масло для волос и что-то еще, не помню. Но в результате она похвалилась на работе своим подругам, заказали два набора, ну, то есть две баночки капсулы королевский бар. Кстати, они классные, многие спрашивают, нравится или не нравится. Я сейчас сама ими пользуюсь, я просто обожаю капсулы. Но если выбирать между капсулами королевский бархат и Novage, конечно, Novage покруче, я бы сказала, но они стоят практически в 2-3 раза дороже. Поэтому я частенько беру себе капсулы королевский бархат, особенно когда они со скидкой. Сейчас они в каталоге всего 999 рублей, и это просто фантастика. Рассказываю историю набора, который я заказала себе для рук. Это крема, они у нас на развороте, прям первой страничке, в одной коробочке лежат три чудесных крема для рук. Я вам сейчас их покажу. Всего 299 рублей. На самом деле это высокая цена, можно так сказать, потому что каждый крем всего лишь по 30 миллилитров. Получается, что один крем 30 миллилитров стоит 100 рублей. Дорого, правда? Но на самом деле мы, девочки, так устроены, что если нам что-то нравится и это красиво упаковано, то мы перед ценой не постоим. Посмотрите, какое чудо. Я заказала себе такой набор, и даже один крем я попробовала и взяла его с собой показать просто клиентке, как это выглядит, потому что мне кажется, в каталоге все смотрят и немножко не понимают, что это. Она увидела, говорит, забираю. Я говорю, это мой, я уже один крем пробовала. Она говорит, неважно, отдает мне деньги и все. И опять же, она похвалилась на работе, и заказали еще наборчик. Один вот я себе оставляю, один еще заказали. То есть у меня в заказе сейчас два набора потрясающих кремов, но этот, надеюсь, уже я оставлю себе. Но, скорее всего, я его также сейчас покажу еще раз клиентам, дам подержать в руках, и если вдруг заберут, а я думаю, что заберут, я просто себе закажу сразу еще один наборчик. Очень красиво, вкусно пахнут, вот настолько вкусно, я вам передать не могу. У нас чат вот прям шумел, когда девчонки получили тоже такие наборы, все писали, вау, я в восторге, я не ожидала, что оно такое классное. Действительно классное, но, как показывает практика, лучше один раз увидеть, подержать в руках, тогда уже точно будет заказ. Вот. Далее. Заказали, естественно, тушь, хотя бы одна тушь в заказе должна быть с эффектом накладных ресниц. Я их, кстати, планирую заказать немножечко впрок, потому что они всего по 199 рублей, а эта тушь одна из моих любимых, а любимых у меня две, 5 в одном, 5 в одном XXL и с эффектом накладных ресниц. Она просто потрясающая, потому что она делает ресницы длинными, расчесывает их, подворачивает и утолщает, но не сильно. То есть у них есть эффект воздушности, а я не люблю, когда на ресницах такая налипшая комками тушь. Мне нравится, чтобы они были такие прям чистые, подкрученные, хлопали эффектно и взлетать вместе с ними. Так, и очень много в заказе, я так понимаю, все на подарки взяли. И это заказ тоже одной клиентки, набор детский, зубная паста и щеточка зубная, два наборчика. Так хорошо все это оформлено, удобно то, что зубная щетка, она на присосках, и зачастую детей трудно приучить к тому, чтобы чистить зубы, а это как игра, хулиганство, мы можем с ними поиграть, прилепить, например, щетку в одно место, потом в другое, может быть, ее куда-то спрятать, искать, поставить ее, прилепить на край раковины. То есть, ну, включить ребенка в игру. И паста тоже очень вкусная, она с ароматом клубники, тоже детям она нравится, и крокодильчик тут такой забавный. Поэтому надо приучать детей через позитивный опыт, какой-то веселый. Так, далее, два
аромата для девочек, они пахнут так вкусно. Это у нас русалочка, принцесса русалочка. Слушайте, это очень вкусно пахнет. Я говорю, я бы себе такие духи заказала, может быть, себе заказать детские и брызгаться ими. А это идея, кстати, почему бы и нет. И наконец-то у меня в заказе появилась новинка, себе я не заказывала. Я посмотрела запасы, у нас очень много гелей, кремов для душа, скрабов. Я решила, что не надо раздувать запасники свои, лучше пусть клиенты заказывают для себя. 3 геля, 3 крема. Слушайте, как красиво оформлено, очень красиво такое оформление, пахнет прям через крышечку. И 3 мыла должно быть, а почему-то мыло 2, не знаю, это мое упущение или их должно быть 2, затрудняюсь сказать, надо проверить записи. 2 мыла в красивых коробочках, если получится открыть, покажу, как мыло устроено внутри. Это не открывается, на замочках запечатано, нет, не получается, но внутри мыло в форме цветочка, такая прям красивый цветочек. А, пахнет обалденно вкусно. Так, и ага, к ароматам еще 2 мыла, к детским ароматам 2 мыльца, они внутри в форме рыбки, желтая рыбка, очень красивое мыло, классное. Так, и это еще тоже не все, здесь у нас 2 помады, одна помада 5 в одном, сейчас скажу, the one 5, 3 в одном, наверное, не 5 в одном, а 3 в одном, потому что она трехслойная, с краю цвет, потом блеск и посерединке увлажнение, то есть она сделана 3 слоями. Моя любимая, кстати, помада, у меня сейчас на губах именно такая помада, вы будете потом спрашивать, что за тон, это именно эта помада, оттенок восхитительная роза, вот она у меня как раз на губах. Заодно проверю, внимательно смотрите видео или нет, потому что если будут вопросы, значит, не смотрели до конца. И помада The One 5 в одном кремовая, кстати, она немножечко такая плотная, и если ее просто носить на губы, некоторым кажется, и мне, например, что она чуть-чуть суховатая, стягивает губы. Я приспособилась под нее наносить бальзам, то есть я наношу или смягчающее средство, или какой-то бальзамчик, немножечко держу на губах, лишняя салфетка убираю и сверху ношу эту помаду, и все отлично становится. Потому что в прошлой коллекции, когда у нас была эта серия в синей упаковке, мне помада нравилась вообще бесподобно, просто она была такая классная, более мягкая, легкая, невесомая, это кажется более какая-то вот такая плотная. Так, это еще не все, пудра Giordani Gold. Клиентка пишет мне, не знаю, пудру брать или не брать, и я пишу, я такой пользуюсь, мне очень нравится, она такая, бери, хорошо, она сейчас со скидкой. И с последней странички каталога здесь у нас тушь On Color, да, вот она, On Color, всего 139 рублей, тоже заказали. Мне такая тушь не подходит, я пробовала, потому что хочется тоже тушью пользоваться такой вот, я в яркой упаковке я бы себе взяла, но эта кисточка к моим ресницам никак не идет, то есть она их не слушается, вернее, ресницы не слушаются эту тушь, к сожалению. Поэтому я завидую тем, кто может себе позволить такую тушь, это действительно очень классно. Ну все, и здесь бумажки, всякие бумажки, Nurskin и так далее. Вот такой вот классный заказ, он вроде бы такой емкий, небольшой, но более 100 баллов. Вот, пожалуйста, к праздникам люди активизируются. Что нужно делать? Просто писать, просто звонить и говорить, что скоро праздник, тебе помочь с выбором подарков, или ты уже определилась, что подаришь своим близким. Хочешь, я тебе пришлю ссылку на электронный каталог? У нас очень есть интересные предложения. Обрати внимание на первую страничку, обрати внимание на последнюю страничку, да, на эту. То есть мы просто говорим, а посмотри вот на эти странички, мне кажется, эти предложения очень выгодные. Что ты думаешь? Тебе что-то заказать? Я как раз планирую в ближайшие 2-3 дня отправлять заказ. Если тебе что-то нужно, скидывай, я тебе тоже закажу. То есть отклик идет отличный, главное, если вы это делаете, то результат будет. Если вы не делаете, то, естественно, заказов не будет. Еще многие спрашивают, будут ли еще заказы. Будут, скорее всего, потому что я отнесла каталоги недавно,
и мне их нужно теперь собрать, потому что я еще даже с клиентами толком не работала, только онлайн. Сейчас еще с одной веду переписку, она мне там скидывает то, что ей интересно, я проверяю то, что есть со скидкой в этом каталоге или в следующем, там тоже большой заказ такой приличный, и она у меня любит в основном все Джордани. Поэтому работайте так, как вам удобно. Удобно удаленно — делайте удаленно, создавайте чаты, да, колбасьтесь там по продукции, скидывайте информацию, скидывайте фотографии, себя фотографируйте с продуктом, например, ребята, это тушь всего 139 рублей, кому заказать, да, то есть больше жизни, тогда будет обратная связь позитивно. Если вам неудобно онлайн, то есть вы не ориентируетесь в соцсетях и не знаете, как это все делать, как картинки копировать, как вставлять, неважно, раздавайте каталоги, просто оставляйте каталог на 2 дня, акцентируйте внимание, что это праздничный каталог, и нужно успеть по нему заранее сделать заказ, потому что чего-то может не быть на складе, если протянуть до последних дней. И опять же, надо успеть получить, принести, да, все, что было вовремя и красиво. И чем больше каталогов раздаете, тем больше будет заказов. Это тоже законы как математики, и это не отменить. Я раздаю примерно, у меня в ходу 10 каталогов, ну может чуть побольше, потому что еще приходит там по 9 рублей, ну 12-13 каталогов у меня получается. Я их все раздаю, некоторым дарю, у кого там большая организация и люди по сменам работают, кто-то может прийти потом, я им оставляю, каталог не забираю. А кому-то оставляю, говорю, 2 дня хватит посмотреть, а то у меня на него очередь, люди ждут. Да, да, только посмотри, и если что, пиши мне, или я приду через 2 дня и заберу каталог вместе с заказом. Договорились? Договорились. Всегда делайте четкие договоренности с людьми, тогда не будет потом вопросов, когда вы вернулись к людям за каталогом, и вам будет комфортно спросить, что ты себе выбрала, чем вы хотите себя побаловать. Или вы записали, или закладочки положили, как вы сделали, то есть как мне ориентироваться, и так далее, все в этом духе. Вот, вроде бы все рассказала. Если какие-то вопросы есть, задавайте прямо в комментариях под видео, все отвечу, расскажу. А может быть, мы, если вопросы будут интересные, прям классные вопросы, я их вынесу на обсуждение на вторник, на наш прямой эфир в 19 часов по Москве. Каждый вторник я с вами встречаюсь, выхожу на связь онлайн, чтобы сразу вживую отвечать на вопросы, давать обратную связь голосом, а не текстом, потому что, например, я не очень люблю писать, я больше люблю рассказывать. Поэтому ваши самые интересные вопросы мы обсудим во вторник. Итак, подписывайтесь на наш канал. Если видео полезное, ставьте лайк. И до новых встреч. С вами была Лилия Донскова и сонный кот Бакс. Вредничает. Все, пока-пока.